Всем привет, с вами Гвинблейд. Ну что, отправляемся? Ведьмак. Да. Расскажи мне про великого магистра. Воины уважают его. Его окружает аура победы. За ним ты с радостью пойдешь даже в самые безнадежные сражения. С верой в победу. Нет, мне больше нехуй. У него есть какие-нибудь магические дарования? Сам я мало знаю о магии, но я слышал, что он одним усилием воли поднимал железные решетки ворот осажденных городов. Правда это или легенда, мне неведомо. Должно быть, он могущественный волшебник. Вероятно. Еще он превосходный фехтовальщик. Лодка готова? Да. Значит, поехали. Поехали. Эпилог сейчас же будет, по-моему, да? Храмовый квартал. Тоже расхуярили, да? Ох, ёб твою мать. Победа! Огромные потери, но купеческий квартал наш. Отлично. Что у Демета? Он мертв. Его зарубил ведьмак, поганый мясник. Ну и черт с ним. Пустили слухи, что Адда стала стрыгой. Да, но ведьмак нашел стрыгу. Геральт из Ривии. Только он может испортить. Надо увеличить хаос. Выпускайте еще мутантов, и эльфы пусть вступят в бой. Господин, протестую, как представитель королевства... Хватит. Раздайте еду и скажите, что благочестивые люди укроются в замке Ордена Пылающей Розы. Адальберт, благодарю за службу. А теперь сдохни, блядь. Уведите. Новая эра грядет. Эра сверхлюдей. Меня не остановят. Ты теперь мой новый адъютант. Знаешь, что делать? Убить ведьмака. Ебать, ты разговаривать умеешь? Попробуйте, блять. Я вас жду. Борис, спи. Исторический... О, ты живой, что ли, еще, блять? Приятно видеть тебя в живых, но меня ждут другие дела. Более важный, чем союз Тимерии и Редании? Не драматизируй. Скажи просто, что происходит? При Зигфриде? Мне казалось, орден у нас в немилости. Эти рыцари на нашей стороне. Если великий магистр нарушил свою клятву, это не значит, что все рыцари вдруг потеряли рассудок и совесть. Очередная хорошая новость для Фольтеста. Переговоры с Родовидом проходят благополучно. У нас будет сильный союзник. Неужели? У нас? Пока я в Изиме, я патриот Тимерии. Пока я в Редании, я патриот Редании. Королем, пока он преждевременно не осудил весь орден. Лютик. Можно сказать, королев предательства великого магистра. О, они здесь. Мы должны спешить. Они здесь, значит, у нас. Добро пожаловать, ведьма. Ну. Король, нам нужно обсудить несколько вещей. Конечно. Хватит колебаться, парень. Нам нужно потушить пожар в этом борделе. Ты получишь руку принцессы, и если жизнь меня хоть чему-нибудь научила, пол королевства, как только я отброшу копыта. Альдерсберга убьет ведьмак. Что? Что? Расслабься, мы тебе заплатим, сколько захочешь. Я ведьмак, а не убей... Ладно. 10 000. А ты не хватил малость лишь? Нет! Да ладно, Фольтест, королевство стоит много больше. Парень прав. А черт с ним. Все равно домой увезешь только 8 000. Охуенно, блин. Сам знаешь. Налог на прибыль. Договорились. Значит... Мы все решили. Родовид, твои войска должны подавить орден в Редании и на севере моих земель. Моя армия выступит с миссией братской помощи. Мне нахрен не нужна никакая братская помощь. Эти слова вызывают плохие ассоциации. Ты должен раздавить рыцарей и отступить. Расслабься, Фольтест. Моим детям предстоит править этой страной. Я не собираюсь ее уничтожать. Хм, простите, ваше величество, но... Что? Минуту, ведьмак. Я слушаю. Давай поговорим о политической ситуации.
и только попробуй опять болтать про нейтралитет. Ну, если у меня доспехи были нейтральные, они, кстати, самые лучшие считаются. Ты по уши увяз в этом дерьме. Желание короля для меня закон. Для обычного быдла на улицах орден схватился с моими войсками. Но не думай, это противостояние между мной и магистром. Этот наглый фанатик направлял все действия Саламандры, намеренно спровоцировал бунт. Ты о чем? Я думал, что вам будет интересно это знать, государь. Че, не знаю? Да уж, черт его дери, очень интересно. Тем более это он враг, понял? Понял. Не орден враг королевства, только его магистр. Это не обязательно. Верный королю орден под управлением кого-то разумного будет другом. Дикли, ты тут у нас магистром скоро станешь. Слышал и понял. Я сделаю все, чтобы спасти орден, сир. Я знал, что тебе можно доверять. После официальной инвеституры приглашаю тебя ко мне в замок. Нам надо будет многое обсудить, великий магистр. Делите шкуру неубитого медведя. Яков из Альдерсберга еще жив и здравствует. Государь, еще одно дело. Да. Как себя чувствует Адда? Все лучше, чем когда была стрыгой. Она будет не в себе еще некоторое время. Так, как мне тебя отблагодарить? Денег не надо, дохуя это. Я рад, что Адда жива и здорова. Вы можете позаботиться о том, чтобы и друзья ведьмака пребывали в здравии, ваше величество. Да, это я тебе могу пообещать, ведьмак. Я хочу знать, кто за этим стоял. Девет проклял принцессу. Как так? По приказу Саламандры. У него был подонок. Да я его зарезал, его утопцы, по-моему, сожрали в болоте. Приказ думали, что ваши позиции пошатнутся, если принцесса превратится в стрыгу. Девет был наказан по справедливости. Рад это слышать. А теперь иди. Пробиваться через горящую уязиму будет нелегко. Люди считают ведьмаков истребителями чудовищ. И это правильно. Наибольшее удовлетворение приносит нам снятие проклятия. Меч — это последнее средство. Пока оставался шанс спасения принцессы, я должен был попробовать. О, союзник. Делись. Стоило. Они так и не будут вместе, блядь. Ну, кто знает, кто играл. Считай, что все, блядь, играли, блядь, уже вторую, третью. Ну, вторую часть точно, блядь, и первую. Чё, третий хуй знает. Да! Стоит пробираться через Уязиму до самой обители, и там, это уже там, убить великого магистра. Должен отобраться эти стены, кто прячется. Ага, чё ещё? Да! Мы должны спешить. Выпить хочется. Что? Нет. Увеличить подушную подворную подать на 3 гроша. Ты что, головой ударился? Есть идеи получше насчет денег? Я конфискую казну. Успокойся, Фольтест. Тебе придется поднять налоги. Нет другого выхода. Я освобожу ваших купцов от уплаты пошлины за хранение товаров. Вдоль маршрута... Выпить хочется. Еще одна уступка, и я соглашусь. Да! Я прощу все оскорбления, которые вы мне нанесли. Ха! Еще 200 гривен через 2 года. Через год? Полтора. Увеличить подушную... Да! Сука, здесь, блядь. Ты что? Че, у меня там есть что-нибудь помазать? А, у меня еще 30, это хуй. А, Лютик, че тебе нахуй надо, блядь? Пиздуй в бордель уже, баб защищай. И молвил отважный Фольтес, о благородный Родовит. Что ты плетешь, Лютик? Я точно и скрупулезно записываю все, что происходит, для потомков. Он сказал, хватит дурака валять, парень, пора уже тушить пожар в этом борделе. У тебя напрочь отсутствует поэтический дар. А ты долбоёб. Ты никогда не изменишься. Перо сильнее меча. Ты тоже не меняешься, опять бежишь спасать мир, хотя никто тебя об этом не просил. Мне нужно закончить одно дело. Ясно. Удачи! А чё, не пойдёшь со мной? Я должен поход и поймать великого магистра. Ага, пошли хули. Улица героев, стражник. О, они уже с дубом хуярятся. Да
Горожанин. О, мутанты, ебать. Повсюду идут бои. Боюсь, нам придется познакомиться с войсками великого магистра скорее, чем хотелось бы. Не знаю, смогу ли я поднять руку на рыцаря ордена. А куда ты денешься? Думаю, у тебя не будет выбора. Они хотят убить этих людей. Ох, ебать, да вы ебанулись? О, гусак прибежал, смотрите-ка. Что скажешь теперь? Сволочи. Геральт, я знал его. Еще месяц назад он был человеком и ниже меня ростом. Но зато ты лучше владеешь мечом. Сдается мне, мы еще не раз столкнемся с этими чудовищами на улицах Вазимы. Это проект старших братьев. Меня к нему не подпускали. Хуяно, блядь. Какое оскорбление человеческой природы. Проект старших братьев, блядь. А простите. Эх, блядь. О, беженец стоит. Что скажешь, хорошенько. Входите, тут безопасно. Конечно. Вытянул алибады, хуярит по голове, блядь. Ты прав. Это место странно на меня действует. О, Васка, нихуя, ты что сделаешь? Белки и Орден. Суши не бывает. Не дают нам жить на болоте. Вы между молотом и наковальней. Снился мне сон, беловолосый. Твое предназначение будет исполнено. Я здесь, чтобы сказать тебе. Не спутай звезды с их отражением в поверхности пруда. Я это запомню. Один момент, пожалуйста. Борис, блядь, заебал, блядь, с ума сходить нахуй. О, Вивальди, живой, что ли, еще? Приветствую тебя. Процветаешь, краснолюд? Война может быть выгодой. Только налоги зверские король собирает, чтобы их чума взяла. Тогда почему ты сидишь здесь? Почему? Разве ты не видишь? Рыцари, солдаты из Коэтаэли бегают по улицам и режут всех, кто им попадется. И все они считают меня предателем. Представь себе! Понятно. А головы у них забиты пророчествами, предназначениями, странными знамениями и прочей чушью. Крыш поехал, культхакер. Извини, но мне пора. Прощай. Отшельник. Ты? Здесь? С важным поручением для короля. Благородно. Я тоже хотел предложить Фольтесту свои услуги в качестве советника в эту смутное время. Они слишком любят высоко. Почему у тебя рука сквозь это проходит? Мне не удалось пройти через горящую Вазиму. Я должен добраться до монастыря. Я многое узнал об одном феномене, который должен тебя заинтересовать. Дикая охота. Давай. Скажи мне. В народных верованиях предводитель дикой охоты воплощает смерть. Это он забирает человеческие души. Он считается инструментом предназначения. Предназначение? Дикая охота – символ войны и трагедии. И недавно ее видели неподалеку от Вазимы. Остерегайся. А мне пора. Так мы же его... Да, в принципе, мы видели их нахуй. Смелая девочка. Владычица озера просила спросить, как тебе новый меч? Король-рыбак поймал в сети водяную нимфу. Воскресная школа. И что он с ней сделал? Владычица озера... Ебать, братан! Смотри, кто здесь, блядь! Ведьмак!
Гуль съебался нахуй с кладбищем. Она идет тебе на пользу, Витала. Мне больше не приходится прятаться на кладбище. Съебался, ну, говорит, его нахуй, я пошел, говорит, к беженцам в подвал залез, блядь. На улицах, грех жаловаться. А жильцы этого дома не возражают? Они меня боятся. Только соплячка приходит и болтает без конца. А мне пора. Прощай. Пиздец, блять. Ключ от полыпа. Риггер. Риггер, блять. Давай обойдемся без риггеров, ладно, нахуй? Ноги риггера, блять. Сука. Батя, медальон до с ума сходит. Ебать! Блять, один момент, пожалуйста, у меня Борис это заебал уже. Так. Безумец. Что с тобой? Убирайся! Монстры в подвале. Я все равно умру. Они найдут меня, схватят. Успокойся. Как отсюда выбраться? Я не собираюсь, но вы можете через окно. Спасибо. Магазикрит! Заебись, чайку попить, а? Дойне, посмотри мне в глаза. Опа, блядь, смотри, кто ты пришел. Видишь свою смерть. Я вижу слепого фанатика, который вот-вот погибнет. Молчи, предатель. Ты убивал слишком часто. Настал час возмездия. Я там еще тебя зараил, блядь. Ты своими дурацкими лозунгами можешь промывать мозги молодым эльфам. На меня это не производит впечатления. На тех безоружных, которых ты убил, тоже не произвело, не правда ли? Я ошибся в тебе. Не надо было с тобой разговаривать. Ты бешеная собака. Слепо кусаешь все, что движется. Кто-то должен покончить с тобой. А сможешь? Опа! Так, стоп. Пей росомаху. Крутись, Геральт, крутись! Еще и маг, блядь! Эх, я Йовин, блядь. Зачем ты так? Зигфрид, куда побежал? Зигфрид! Не бросай меня здесь одного, блядь! А, раненый. Какой бой! Есть безопасный путь в монастырь. В канализации опасно. Возьмите мой ключ. Спасибо. Вы Риггер. Риггер, блядь. Какого этого не хватало, блядь. Костёр прям внутри дома, блядь. Гнездо Риггера. Ёб твою мать! Это, блядь, пиздец, нам нахуй, Зигфрид. Геральт, там действительно Риггер. Да ладно, блядь. Надеюсь, у него не было времени дать потомство. Слухи ходят лишь об одном Риггере. А насколько мне известно, для потомства нужны как минимум двое. Риггеры гермафродиты. Им не нужна мама Риггер, чтобы наплодить малышей Риггеров. Они и сами с этим справляются. Охуенно. Какая мерзость. Это противоестественно даже для чудовищ. Мы должны их уничтожить.
сука. Я не пойду туда, нахуй, я не хочу. Сука. С гермафродитом, блядь, воевать еще надо. Сейчас вылезет, нахуй, да? Ёб твою мать! Ну и страшная же ты уёба, блядь! Серебряный, блядь, Геральт, серебряный! Блять. Блять. Как он, блядь, там проваливается? Объясните кто-нибудь, пожалуйста, блять. Борис, блядь, я сейчас тебе таких пиздюлей нахуй навешаю, блядь. Заебал уже, реально, блядь. О, вылез, блядь. Ну страшный же уёба, я вам скажу. Блять, землетрясение нахуй! Блять, тентакль ебаный, блять! Сюда, блядь. Опять съебался, а? Пидорас, а. Решетка, блядь, я думаю, что тут за хуй. Давай, блядь. Опять ушел, блядь, сука. Где он, блядь, я убить хочу уже побыстрее, нахуй. Ух, блядь. Хуета нахуй, что поебельская. Остатки от чего? Остатки-то, блядь, кости. Золото в щупальцах? Нигде. Хуй знает, откуда мы пришли, блин. Тело. Что у тебя есть? Алкоголь до хуя.
мы вышли. Чё за... Паядник, блядь, ёбнутый. Я знаю, что ты не веришь в богов, но прошу тебя помолиться, прежде чем ты выйдешь на бой с Яковом из Альдерсберга. Какой прок от молитвы при моем-то безверии? Вера и ее отсутствие – вещи разные. Вера может свернуть горы. Да-да-да. Вера-то из твоего магистра и сделала фанатика, нах. Хватит того, что ты помолишься за нас обоих. Да, мальчик, верующий, верующий, блин. А бордель целый, нет? Опа. Смотрите, кто у нас, блядь. Рыцари, блядь. Один на один, что ли, будем сражаться? Иди сюда, рыцарь. Нихуя себе делать. Меня это... стойку. Иди сюда тоже, нахуй. Серебряный! Побить. Зефир, чё тебе опять надо? Курва твою мать! Опять! Приляг, Зигфрид. Стрела что-то? И снова меня ранили в ногу перед последней великой битвой! И я не могу идти! Дерьмо! Оставайся здесь. Солдаты Фольтеста будут здесь с минуты на минуту. Я соберу рыцарей, что остались верны кодексу ордена. Хм, забавно. Какое себе, что есть такое умиротворение? Стоять! Прохода нет! Приказ великого магистра! У меня дело государственной важности. Убирайтесь! Великий магистр желает уединения! Простите, вы не оставляете мне выбора. Смерть! Давай! На, на! Пам по голове! Опа. Че это высоко? Блять, 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 блять. Убин нахуй в пизду идет, в жопу. А давайте на этом серию завершать. Да, она, возможно, выйдет короткая, но, так сказать, финальная битва. Оставим на конец. Спасибо всем тем, кто смотрел. Всем пока.